Добрый вечер, уважаемые любители баскетбола. Вновь в эфире Ивана Франковск. Сегодня баскетбол возвращается на Западную Украину, где Гаверла в своей родной берлоге «Медведи» проведут 20-ю игру в этом сезоне. И противостоять команде Евгения Мурзина будет еще одна команда под управлением украинского специалиста. Немного таких в украинской суперлиге, но баскетбольный клуб «Одесса», им управляет Олег Юшкин. Именно он сегодня будет управлять действиями своей команды. Команды находятся на разных турнирных позициях, исходя из того, что обе команды ставили перед собой задание попасть в топ-восьмерку, то сейчас Гаверла успешно пока что с этим справляется, находясь на пятом месте. После 19 игр у «Медведей» 11 побед и 8 поражений. У «Одессы» после 17 матчей всего лишь 4 победы, и вследствие чего «Одесситы» сегодня находятся на предпоследнем 13 месте. Но, тем не менее, несмотря на эту всю разницу в позициях, всегда противостояние этих команд было очень интересным. Матч в Одессе ивано-франковцы выиграли только в самом окончании. А после того, как из 4 последних выездных матчей «Медведи» смогли перевести только одну победу, весьма неожиданно ивано-франковцы уступили Николаеву, Мавпам. А также Днепроазоту смогли победить только Днепропетровский Днепр. То в родных пенатах сейчас «Медведи» захотят взять реванш. Но есть у нас еще и такие факторы, как травмы и кадровый потенциал. Перед игрой ивано-франковцы потеряли, за словами Евгения Мурзина, 2 игроков. Точно в заявку не попал даже Павел Ревзин. Ярослав Лемель хоть и находится в заявке, но даже не переодевается. Он тоже не сможет, скорее всего, выйти сегодня на паркет и помочь команде, разве что перебол полов. В то же время у гостей усиление к Трэвису Тайрону Брейзлтону, который уже успел заявить о себе в баскетбольном клубе «Одесса». Совсем недавно присоединился еще один легионер, который поменял Эрнста Лароша. Это Иван Кольевич. Иван Кольевич турнир Суперлиги начинал в составе черкасских «Мавп». И вот по ходу сезона теперь он будет за «Одессу». Это добавит силы задней линии «Одессы». А мы уже начали матч. И с мячом Юджин Лоуренс. Сразу на нем фолит Тайрон Брейзлтон. Интересная будет дуэль. Стартовые пятерки в команд Гаверлы: Фросенюк, Лоуренс, Чемякин, Дайкс, Питерсон. У гостей Брейзлтон, Калниченко, Кривич, Балашов и Хант. Лоуренс отдает передачу на Чемякина, но не смог Артем завершить атаку. Брейзлтон в проходе отдает передачу на Ханта. Блокшот. Красивый блокшот Трэвиса Питерсона. Выждал он, когда будет атаковать Дарио Хант. И чисто по мячу выбил мяч из рук американца. Брейзлтон. Дальний бросок. Не точно. И первый на подборе Киндл Дайкс. Боролись Балашов и Питерсон за мяч. Дайкс со средней дистанции бросок. Не точно. Балашов выигрывает подбор и отбрасывает мяч после нескольких передач Ростиславу Кривичу. И сейчас именно он в атаке против Юрия Фросенюка. Кальниченко открывает счет в сегодняшнем матче. Оторвался он от Киндала Дайкса. И из угла 2-0. Одесса вышла вперед. Дайкс против него как раз защищается Ростислав Кривич. На позиции разыгрывающего Киндал Дайкс. Ждет он заслон от Артема Чемякина. Сброс на Питерсона. Питерсон Хант.
передача на Чемякин, он не смог поймать мяч. Артем между рук проскочил. Мяч. И вновь с мячом Одесса. Оставил в запасе и Трэвиса Питерсона, и Янин Дейубаку. Евгений Мурзин выпустил двух украинцев. Очень близко около Ростислава Кривича играет Фросвенюк. Акцентировал на этом шутере внимание Евгений Мурзин. Балашов. Бросок над руками Трэвиса Питерсона, но хорошо защищался. Ивано-Франковский центровой. Лоренс отдает передачу на Фросенюка в углу. Фросенюк против Кривича будет продавливать. Перевес у него есть. Разворачивается. И счет равный. 2-2. Хорошо сыграл Юрий Фросенюк, который еще в прошлом матче с черкасскими мавпами поймал свою игру и был одним из самых эффективных в матче Брайзлтон. Защищается против него Юджин Лоренс. И позиционная атака. Кривич. Фросенюк сразу же около него. Спешит за Кальниченком. Дайк. 6 секунд на атаку. И фолит Юрий Фросенюк. Пропустил его в ногах. Юрий Фросенюк. Первое персональное замечание. Подбадривает своего партнера по команде Юджин Лоуренс. И вот уже следующая атака от одесситов. Балашов. Неудачная передача от Кривича. Не понял он рывок партнера. И потеря у одесситов. Гаверла начинает свою атаку. Брейзлтон высоко встречает Лоуренса. Питерсон Хант уже около него. И один в один. Лоуренс против Брейзлтона. Тоже будет, скорее всего, продавливать. На постраховке Станислав Балашов. Хорошая передача на Чемякина. Не попадает Артем дважды. Сам же берет подбор. И вот уже Хант в атаке. И пробежку фиксируют арбитры. Хотел сыграть красиво, но опередил его. Опередили ноги исполнение. И пробежка, еще одна потеря. Лоуренс хорошо раскачал Брейзлтона. Сброс на Питерсона. Киндл Дайкс в углу. Со средней дистанции. Не попадает Фросенюк на подборе. В трехсекундной зоне отдал мяч на Лоуренса. Лоуренс между двух. Проходит трехсекундную зону и спокойно между четырех игроков прошел и вывел свою команду впервые вперед в этом матче. 4-2. Гаверло впереди. Брайзл отдал передачу на Дарио Ханта и фолит на нем Юрий Фросенюк. Поднялся в воздух Юрий Фросенюк, прыгал. Но чуть-чуть повезло в этом моменте. Одесситам ведь выпустил мяч из рук. Тайрон Блайзертон. И замена. Райан Пирсон выходит вместо Артема Чемякина, которому не совсем задалась начало встречи. Было у него несколько моментов. Но не попал. И вот Дарио Хант попадает в штрафной бросок. 4-3 счет. И еще одна попытка. Счет равный. 2 из 2. Что, исходя из процента попаданий в прошлой игре в Кривбасбаске, там со стороны штрафных у Одессы, это очень и очень хорошо. Закончил введение Лоуренс. Отдал передачу на Пирсона. 9 секунд на атаку. Лоуренс отдал передачу на Райана Пирсона. 3 секунды. Лоуренс не попал. Хотя комбинация была неплохая, хоть и чуть-чуть хаос. Брайзлтон уже. Быстрый ответ не получился, но фол у разыгрывающего ивано-франковцев. У Юджина Лоуренса обходил на скорости вновь Брайзлтон Юджина. И персональное замечание. Кривич. Прошел трехсекундную зону, отдал пас на Балашова, хотя мог сам завершать, но не рискнул. Уже был нацелен на эту передачу Ростислав Кривич. И комический наборочек у нас очков у нас получился. Лоуренс заигрывает он Трэвиса Питерсона. Один оказался Питерсон, но не попадает. Кальниченко смахивает мяч с кольца. Но за пределы поля. 6-4. Одесса впереди. 4 минуты у нас прошло в матче. Пирсон ждет, кому отдать передачу. Лоуренс против него Кривич. И трехочковая попытка от Юджина Лоуренса. Не точно.
Питерсон первый на подборе, но не попадает. Дарио Хант забирает мяч на своем щите. Передача на Кривича. И сразу же заряжает мяч, но тоже не точно. Неподготовленный бросок. Райан Пирсон с мячом. Идет он в трехсекундную зону. Поскользнулся Райан. Дайкс на подборе. И фолят на Хинделе. Два штрафных броска исполнит Ивана Франковца, а Иван Колевич меняет Ростислава Кривича. Еще один шутер. Впервые в составе Одессы он выходит на паркет. А Дайкс на линии штрафных уверенно реализовывает первый бросок. Еще одна попытка. 2 из 2. 6-6 счет. Не очень результативно пока что у нас проходит игра. Почти половина первой четверти прошла, а команды в сумме набрали 12 очков. Брейзлтон. Колевич сразу около него Фросенюк. Заслон от Балашова. Задавили Колевича. Брейзлтон против Лоуренса. Разолвал дистанцию. Не попал на подборе Киндл Дайкс. Четвертый уже его подбор в этом матче. Дайкс, Лоуренс. Ох, как он обыграл Колевича. Передача на Трэвиса Питерсона. Но уже темп потерян. Дайкс. С дальней дистанции. Киндл не точно. На подборе Брейзлтон. В дальнюю дужку попал мяч. Передача на Ханта. Хант выпускает мяч из рук. Подсказывает он арбитру, что выбили у него оранжевый снаряд. Но с мячом будут Ивана Франковцы. Замену готовит Олег Юшкин. Андрей Агафонов впервые в этом матче появится на поле вместо Дарио Ханта. Хант подсказывает Олег Юшкин своим партнерам, как нужно играть. Лоуренс отдает на Пирсона. Как раз против него будет защищаться Агафонов. Питерсон обыгрался с Лоуренсом. Лоуренс зашел в трехсекундную зону. Пирсон 6 секунд на атаку. Хороший пас на Трэвиса Питерсона. И фолил на нем Станислав Балашов. Держал за футболку Питерсона. И вот третий командный у Одессы. Первый фол у Балашова. Лоуренс отыграл мяч на Райана Пирсона. И вот Лоуренс против Агафонова. Заступил за линию Юджин Лоуренс. Еще 5. И замену теперь уже делает Евгений Мурзин. А Инде Убака выходит вместо Юджина Лоуренса. И Лоуренс пока что отметился 2 очками. Убака сразу же нашел своего оппонента. Это Тайрон Брейзлтон. Становится в защитную позицию Убака. Колевич открылся под передачу. Дайкс около него. На скорости Колевич проходит. Пас на Стаса Балашова. Балашов в щит попадает. Что случается нечасто, потому что в щит сбоку. Убака заставляет партнеров. Дайкс против Колевича, Убака. Фросенюк берет инициативу на себя и не попадает. Мяч опять же выпрыгивает из кольца в дальнюю дужку. Колевич. Балашов обыгрался с Колевичем. Агафонов поднял он в воздух Пирсона. Пытался продавить он Фросенюка, но Трэвис Питерсон первый на подборе. А Инде Убака. Брайзлтон против него. Убака нашел возможность для броска, не попал. Добавлял Райан Пирсон. И вот все-таки 2 очка от Райана Пирсона. Выждал он паузу. 8-6. Доверло выходит вперед. 3 минуты у нас до конца первой четверти. Брайзлтон ведет трехсекундную зону. Сброс на Колевича. Опять же Брайзлтон. Убака против него. Заслон Балашова. И не попадает Брейзлтон. Фросенюк с
помощью Киндела Дайкса переходят на половину поля соперника франковцы. Дайкс расшатал Агафонова и 2 очка потерялись в защите одесситы. И 10-6. Анненков и Хант вернутся на паркан, на паркет. Колевич один. Заслон от Агафонова. Колевич заступил за трехочковую дугу. И Фросенюк берет подбор на своем щите. Неудачный пас от Киндела Дайкса. Выскользнул у него мяч из рук. Кальниченко не попадает. И Киндел Дайкс смахивает мяч ближе к центру поля. Геннадий Дзюба тем временем выйдет на замену. Балашов и Брейзлтон уходят с паркета. И Фросенюк тоже. Вместо него Геннадий Дзюба. Анненков обыгрался с Колевичем. 10-6. Ровно 2 минуты до конца первой четверти. Хант и Питерсон. Агафонов на дуге. И фол у Геннадия Дзюбы. Не успел он за Андреем Кальниченко. Первое персональное замечание у Геннадия. И четвертый командный у Гаверлы. Меняет Артем Чемякин Трависа Питерсона. Дает отдыхать. Активная ротация. И Юджин Лоуренс тоже выйдет на замену вместо Киндела Дайкса. Нету такой большой ротации Евгения Мурзина, поэтому нужно активно делать замены. Анненков на дуге. Бака около него. 8 секунд на атаку, остается 7. Дарио Хант против Райана Пирсона. Хорошо развернулся и продавил он Райана Пирсона. Перевес в росте. 10-8, полторы минуты. Анненков защищается против Джина Лоуренса. Показывает комбинацию партнерам Джина. Расшатал Анненкова, прошел трехсекундную зону и не попал. Все сделал правильно. Агафонов, хоть и с проблемами, но взял подбор. Анненков. Сброс на Колевича. И перехват все-таки реализовал Артем Чемякин. Успел он поставить руку при передаче на Андрея Агафонова от Ивана Колевича. И прервал этим самым передачу. 9 секунд на атаку. Колевич будет ждать заслон. 6 секунд. Колевич. Чемякин против него. Кривич. Агафонов на последней секунде. Попадает Агафонов в дальний и выводит свою команду вперед. Последняя минута первой четверти у нас. 11-10. Одесса впереди. Ринды у Бака. Райан Пирсон против Дарио Ханта. Чемякин на позиции разыгрывающего. Убака против Кривича. Нашел он Геннадия Дзюбу. Райан Пирсон. Обыгрывает он Ханта. И эндван. Отыгрался Райан Пирсон. Для Ханта это второе персональное замечание. Выводит Гаверлу вперед Пирсон. И теперь может опять же просит замену Райан. Но, скорее всего, доиграет. Не попадает штрафной бросок Райан Пирсон. Подбор снял Дарио Хант. И последние 30 секунд. Колевич против Дзюбы. Расшатал и фолит Геннадий Дзюба. Второе персональное замечание у Геннадия. Очень резкий парень Иван Колевич. Фросенюк меняет Райана Пирсона. Устал американец. 12-11. Гаверла впереди. Но Иван Колевич может заработать свои первые очки в сегодняшнем матче. Спокойно сравнивает он счет. 22 секунды у нас до конца первой четверти. Денис Носков появится на паркете у Одессы. 2 из 2. Колевича и Дарио Ханта меняет как раз Денис Носков. Киндел Дайкс также выходит на замену вместо Артема Чемякина. 22,2 секунды. Наверное, атака будет до конца. И как раз и решится, кто будет выигрывать после первой четверти. Ведь сейчас 13-12. Впереди Одесса. Юджин Лоуренс против Ивана Колевича. Накапывается в защите Колевич. 10 секунд на атаку. Лоуренс 1 на 1. И блокшот от Андрея Агафонова. 5 секунд. Анненков. Передача на Кривича. Выбивает из его из рук мяч Геннадий Дзюба. И 1 десятая секунды осталось
на конец первой четверти. Колевич. Сброс. Не успевает исполнить бросок Денис Носков. Итак, 13-12. Одесса впереди. Самым результативным в составе гостей является Дарио Хан. У него 4 очка. Треть набранных его командой. Неспешный ритм. Для Гаверла это оправдано, ведь ротация неполная. В то время как у хозяев Дайкс и Пирсон набрали по 4 пункта. Но у Киндала Дайкса еще кроме этого 4 подбора. Смотрим мы еще статистику. Небольшой перевес за подборами у Ивана Франковца в 14-12. Но стоит отметить, что 6 подборов медведи взяли на чужом щите. В то время как большинство своих отскоков собрали акулы, так называют одесскую команду, на своем щите. 10 из 12. 3 потери у Одессы, 3 потери Ивана Франковца. Ну, что еще стоит отметить, ни одной результативной передачи за четверть у медведей. В то время как 4, 3 из которых в активе Ростислава Кривича и одессита. Итак, Кольевич на Носкова. Ждет Носков, чтобы отдать передачу. Аненков заслон от Носкова. Аненков разорвал дистанцию с Дзюбой. Находит он Ростислава Кривича. 6 секунд. Кривич из сложной ситуации исполняет бросок. И фол фиксирует у Артема Чемякина. Боролся он с Андреем Агафоновым. Первое персональное замечание у Чемякина. Вы видите бы. Борьбу в трехсекундной зоне. Аненков. Дальний не точно. Юджин Лоренс. Какой высокий прыжок. И подбор в своем активе. Киндл Дайкс. Расшатал он Ростислава Кривича над руками Агафонова. 2 очка. 14-13. Гаверло впереди. Колевич против Лоренса. Проходит трехсекундную зону. Но просто он как в стену в Артема Чемякина воткнулся. Колевич. 3 очка над Геннадием Дзюбой. Со второго шанса. Лоуренс против Аненкова. В защите Аненков отыграется. Заиграл Артема. Юджин. И вот Киндл Дайкс. 8 секунд у него на атаку против Ростислава Кривича. Дзюба. Дальний бросок Геннадия Дзюбы. Не точно. На подборе Андрея Агафонов. 16-14 Одесса впереди. Аненков с мячом. Колевич опять против него Дзюба. Высоко встречает Геннадий. И какой перехват Юджина Лоуренса. Агафонов бежит защищаться. Отдавал передачу Юджин на Дзюбу. Но прочитал это Андрей Агафонов. И вот Убака меняет Геннадия Дзюбу. Не рискнул идти Юджин Лоуренс. Защищался. Агафонов. Балашов меняет Носкова. Райан Пирсон вернулся вместо Артема Чемякина. Юджин Лоуренс. Набрасывает мяч он на Киндала Дайкса. И как ни старался выпрыгнуть высоко Станислав Балашов, Дайк зарабатывает свои очередные очки. 16-16. Счет равный. Аненков против Убаки. Высоко Балашов против Питерсона. Агафонов на дуге. Заигрывают Колевича. И вот Колевич уже против Лоренса. Чуть не потерял мяч, но чуть не считается. 6 секунд осталось до конца атаки. Передача в угол на Кривича. Забыли Ростика одного на дуге. И вместе с Сиреной 3 очка. Дальний. Удвоение было на Колевиче. Какой пас. И фолит Балашов. Жестко по рукам отдавал Киндл Дайкс. Что ты, блядь, ходишь? 3 метра. И вот 19-16. Второй фол у Олега Юшкина.
А Трэвис Питерсон выходит на линию для штрафных бросков. Не попадает Трэвис первой штрафной. До сих пор у него 0 очков. Еще одна попытка. И на этот раз мягко положил в сетку мяч. 17-19. Бака в защите против Ванингова. Пытается расшатать американца украинец. И фол Юджина Лоуренса за руку показывает судья Лавилан Ростислава Кривича. Юрий Фросенюк выйдет на замену. Меняет он как раз Лоуренса. У Лоуренса второе персональное замечание. И ответ от Олега Юшкина. Вместо Ивана Колевича выходит Тайрон Брайзлтон. Плюс 2 пока что у Одессы. Агафонов. Дальний бросок. Не попадает Андрей. На подборе Киндл Дайкс. Пятый подбор уже. Дайкс сам быстро решает, но отдает на Фросенюка. Питерсон из угла. Не точно. Кривич и Пирсон. С подбором Станислав Балашов. Брайзлтон. Передача на Агафонова. Кривич. 2 очка. Бросался за мячом через Фросенюк. И рывок от одесситов. 21-17. Выбивает мяч из рук Трэвиса Питерсона Балашов. Кривич. В секундной зоне отдает Балашову. Агафонов один. Плюс 4 у Одессы. Брайзлтон. Заслон от Агафонова. Сброс на Кривича. Один ростик. Не нашел. Не попал. У Бака на подборе. И тайм-аут просит Евгений Мерзин. Пропустила его команда рывок. Нашел свой бросок Ростислав Кривич попаданиями. И благодаря этому одесситы вышли вперед. Сложный поединок для хозяев паркета. Нету той ротации, которую хотел бы использовать Евгений Мурзин. Выпали из его состава Ярослав Левин и Павел Ревзин. В то время как одесситы наоборот усилились. Кулевичем и свежим Брайзлтоном. Самый результативный игрок пока что нашей встречи Киндл Дайкс. Именно за счет его усилий он набрал половину всех очков своей команды. 8 из 17. Доверло еще остается в игре. Кроме этого, у Дайкса 5 подборов. У гостей Агафонов 3 плюс 4 подбора. А по очкам больше всего у Колевича и Кривича по 5 пунктов. У Бака Дайкс, Фросенюк, Пирсон и Питерсон. Такая пятерка у Ивана Франковцев. И Инде у Бака будет начинать атаку. Вот у Бака один, Питерсон, у Бака зонная защита. У одесситов Фросенюк. Сброс на Питерсона, но перехват от команды в синей форме. И Евгений Анненков быстро над руками Трэвиса Питерсона. 2 очка от ветерана украинского баскетбола. Плюс 6 у Одессы. Гости идут в отрыв. А Инде у Бака. Дал Лайкс. Опять же зонная защита. Бака против Брайзлтона. Сбросил мяч на Трэвиса Питерсона. Питерсон. Тяжелый бросок. Балашов на подборе. Закрыли 3-секундную зону гости. Анненков. Агафонов против Пирсона. Непонятно, кому отдавал передачу Андрей Агафонов. Брайзлтон. 10 секунд на атаку. Размен. И над руками Трэвиса Питерсона еще 2 очка. 25-17. И за 5 минут 5 очков смогли добыть его на франковцы. Пирсон. Бака. Сброс на Фросенюка из угла. Попадает 3 очка Юрий Фросенюк. 20-25. Оставили его одного.
И еще раз перехват от Фросенюка. Видел он, что будет передача на Андрея Агафонова, и фолит Евгений Анненков. Иван Кольевич. Уже рвется на паркет, меняет Иван Кольевич Евгения Анненкова. Минус 5 у Гаверлы. Дайкс. На Убаку. Фросенюк. Сразу около него Ростислав Кривич. Райан Пирсон отдает передачу на Трэвиса Питерсона. Питерсон хорошо развернулся около Балашова. Еще 2 очка. И сразу ответ Юшкина. Дарио Хант вернется на паркет. Брейзлтон. Сброс на Кривича. Кривич обыграл Фросенюка. Отдавал передачу на Балашова, но не точно. Дарио Хант возвращается вместо Балашова. Ну а теперь ответный рывок от Гаверлы. Отвечает Ивана Франковца на рывок. На рывок одесситов. Пирсон, Питерсон. Убака. Питерсон в ногах обыграл Агафонова, и Агафонов фолит. Для Андрея Агафонова это первое персональное замечание третьей командной Одессы. И Kendall Dykes вводит мяч из-за лицевой. Убака. Не дал ему исполнить дальний Тайрон Брейзлтон. Убака заслон от Питерсона. Передача на Фросенюка. Фросенюк. Какой пас на Трэвиса Питерсона. Он не попадает капитана. Потом все-таки берет подбор и добавляет. Не защищался до конца Хан. 24-25. Вернулись в игру Ивано-Франковцы. Брейзлтон. Заслон от Ханта. Брейзлтон. Отдал передачу на Ханта. Хотел сделать блокшот Фросенюк. Прочитал. Но сфалил. Третье персональное замечание у Фросенюка. И сразу замена от Евгения Мурзина. Меняет Фросенюка Геннадий Дзюба. А Дарио Хант на линии для штрафных бросков. Пока что 2 из 2 у него было. И вот вновь он на линии. Два из трех. И еще одна попытка. Плюс 2 становится у Одессы. 26-24. Убака. Разгоняется против него Кольевич. Обогнал Убака Ивана Кольевича, но потом приостановил ведение. Активный прессинг от Кольевича. Пирсон. Как прошел Райан Пирсон. И блокшот от Ханта. Вот Дарио Ханта все-таки мяч и оставил пределы поля. Но как танк пошел. Пирсон 3-секундную зону. Поменял Лоуренс Убаку. И Райан Пирсон вводит мяч из-за лицевой. Передача на Лоуренса. Очутился он против Дарио Ханта. Дзюба. Дайкс. Пирсон. И фол. Хорошо разбросали по периметру, нашли свободного Райана Пирсона. И третье персональное замечание у Дарио Ханта. И сразу замена. Станислав Балашов возвращается. Дарио Ханта так 5 очков, 2 подбора. У Балашова 2 очка, 2 подбора. Райан Пирсон на линии для штрафных бросков. Пока что 4 очка и 4 подбора в его активе. Еще одна результативная передача. Вот уже 5 пунктов. И тайм-аут просит Олег Юшкин. Еще одна попытка от Райана Пирсона. 3 минуты 18 секунд до конца второй четверти. Счет равный 26-26. И тайм-аут Олега Юшкина. После хорошего рывка, когда плюс 8 выигрывали одесситы, сделали рывок хозяева паркета и достали команду Олега Юшкина, сравняв счет. Yeah.
что стоит отметить, очень слабый и низкий процент попаданий у обеих команд. Ивано-франковцы попали со средней и с ближней дистанции 9 бросков из 26. Это даже меньше 35%. У гостей 40%, 6 из 15. Но намного лучше с дальними попаданиями. 3 из 8, 37%. Свои дальние попали Кривич, Агафонов и Полевич. У Гаверлы пока что единственный дальний на счету Юрия Красенюка. Но перевес за отскоками, точнее по сбору отскоков у Ивана Франковца 20-16. 5 из них на счету Киндала Дайкса, 4 у Райана Пирсона. Ведут игру эти два американца, пока что отстает от них Юджин Лоуренс. Брейзлтон с мячом. Против него защищается Юджин Лоуренс. Кривич. Отдали передачу на Агафонова. Пытался он данком закончить эту атаку, но пошел на него самоотверженно Геннадий Дзюба. Данк не получился, и Агафонов выходит на линию для штрафных бросков. По 4 командных у обеих команд. Играть еще 3 минуты 5 секунд. Агафонов попадает первый. Одесса выходит вперед. Тем временем у Дзюбы третье персональное замечание. Столько же и у Фросенюка. Агафонов 2 из 2. И всего у него становится уже 5 очков. Столько же, сколько и у Кривича, и у Полевича, и у Ханта. Это самые результативные игроки. Лоуренс на Питерсона. Дайкс. Киндл Дайкс идет в 3-секундную зону, не попадает. На подборе командными усилиями гости Агафонов. В 3-секундной зоне получил передачу, но вернул атаку вторым темпом. Колевич бросит заслон от Балашова. Колевич выпустил мяч. Поспешил Иван. И легионер зашел на вираж, а мяч за ним не полетел в руках, собственно. 26-28 с мячом Гаверла. Уступает пока что подопечный Евгения Мурзина. Райан Пирсон против Агафонова. Питерсон на дуге. Ждет, кому отдать передачу. Заигрывает Райана Пирсона. И очередной фол у Андрея Агафонова. Второй. Находят передачами Райана Пирсона в 3-секундной зоне. Как не пытается защищаться Агафонов. Но попадает по рукам. Вы видите на повторе. И Райан Пирсон опять на линии для штрафных бросков. Может он догнать Киндала Дайкса. Пока что 6 очков. Уже 7 у Пирсона. И Киндала Дайкса 8. Еще один бросок от Райана. 2 минуты 16 секунд. 2 из 2 у Пирсона, и опять счет равный, 28-28. Высокий прессинг от Гаверла. Брейзлтон. Кривич. Передача на Балашова. Со средней дистанции Балашов не точен. На подборе Трэвис Питерсон. Юджин Лоуренс. Быстрой атаки не получается. Лоуренс против Брейзлтона расшатал. Отдал передачу неизвестно куда, но поймал мяч Геннадий Дзюба. Питерсон. Дальний бросок от капитана не точно. С рукой Агафонова. Меньше 2 минут. Брейзлтон. Агафонов поднял Питерсона. Сброс на Кривича. Кривич дальний. И попал Ростислав Кривич. 3 очка. Не успел за ним Киндл Дайкс. 31-28. Разбросали одесситы. Юджин Лоуренс. Высоко встречает его Тайрон Брейзлтон. Пирсон. Заигрывает Лоуренса. 7 секунд на атаку. Лоуренс в 3-секундной зоне проходит. И на подборе Иван Кольевич. Передача на Кривича со средней дистанции. И не падает мяч все-таки в кольцо. На подборе Райан Пирсон. Покрутился по дуге. Последняя минута. Трэвис Питерсон. Лоуренс. Хорошая передача на одного. В 3-секундной зоне Трэвиса Питерсона. 30-31. Последняя минута первой половины. Брейзлтон.
Холевича. Холевич против Дзюбы. И фолит на нем Геннадий. Не согласен с решением арбитра. Четвертое персональное замечание. Тайм-аут просит Евгений Морзин. Иван Колевич выйдет на линию для штрафных бросков. Может стать самым результативным в своей команде. Пока что Одесса впереди, плюс один. До конца первой половины у нас 31 секунда. Да, головной боли у Евгения Морзина добавилось. Четыре персональные замечания у Дзюбы, три у Фроценюка, два у Лоуренса. И это считая, что в заявке у Ивана Франковцев 9 человек, из которых Александр Шестуха выходит на паркет только по большим праздникам. То есть 8, ну, естественно, плюс Лемик, который травмирован и вряд ли выйдет на паркет. У гостей по фолам 3 у Ханта, 2 у Агафонова. Не идет пока игра у Юджина Лоренса сегодня. В то же время, как поймал свой бросок Ростислав Кривич и оставляет его одного. Благодаря этому украинский шутер набирает все свои очки. 18-18 пока что у нас во второй четверти. Но Иван Колевич выходит на линию для штрафных бросков. Колевич, Брейзлтон, Кривич, Балашов и Агафонов. Такая пятерка у Одессы. Пирсон, Дайкс, Лоуренс, Питерсон, Убак. Опять легионеров выпускает Евгений Мурзин на последние полминуты. И Колевич может стать самым результативным в своей команде. Попадает он. Первый бросок. Плюс два у Одессы. И еще одна попытка от Балканца. Тоже точно. Скорее всего, последняя атака Гаверла в этой четверти. Убивает время Юджин Лоуренс, но после этого еще 6 секунд останется у одесситов. Лоуренс у Бака против Колевича, заслон от Питерсона. У Бака 4 секунды, у Бака дальний, попадает. А Инде у Бака дальний, тайм-аут просит Олег Юшкин. 6 секунд будет у Олега Юшкина. Успел он метнуться к судейскому столику и попросить свой тайм-аут. 33-33, счет равный. И последняя атака Одессы. Первые очки у Баки в этом матче. Сразу трёльник. И Дилия на табло. По 5 фолов, хотя по перебору, уже давно перебор у обеих команд. 6 секунд ровно. И 4 тройки. 33-33. Снайперы выходят у Одессы. Анненков, Колевич, Брайзлтон, Кривич и Кальниченко. Ни одного высокого, если не считать Кальниченко. Лоуренс, Убака, Дайкс, Пирсон, Питерсон. Опять же, американцы высоко встречают Ивана Франковца и одесситов. Анненков ввел мяч на Брейзлтона. 4 секунды, Брейзлтон идет в 3-секундную зону. Сброс на Кривича. Дальний бросок. Не попадает Ростислав Кривич. И со счетом 33-33 у нас заканчивается первая половина встречи. Если первую 10-минутку команды сыграли минимально результативно, 13-12 выиграли ее одесситы, то во второй 10-минутке уже победу праздновали ивано-франковцы, 21-20. Но проблемы с ротацией Евгения Морзина, кроме травмированных Лемика и Ревзина, 4 фола у Дзюбы, 3 у Фросенюка, 2 у Лоренса. В перерыве мы вам предлагаем посмотреть повторы самых интересных эпизодов первой половины встречи, а по итогу самый результативный игрок
у обеих команд, это Kendall Dykes и Ryan Pearson. У них абсолютно одинаковые показатели. 8 забитых мячей, 5 подборов, 1 результативная передача. Встретимся через несколько минут уже во второй половине матча. Thank you.
Итак, несколько минут у нас остается перед началом второй половины встречи в Ивано-Франковске, где после стартовых 20 минут Ивано-Франковская Говерла, Медведи и Акулы из Одессы пока что расходятся миром. 33-33 счет. Стартовые 10 минутки выиграли с перевесом в одно очко гости из Одессы. 13-12. Малорезультативная четверть у нас была. А после этого реванш взяли уже Ивано-Франковцы, победив 21-20. В итоге у нас 33-33. На что стоит обратить внимание? Это, конечно же, на фолы. Очень мало игроков в ротации у Евгения Морзина, и при этом 4 персональных замечания у Геннадия Дзюбы и Юрия Фросенюка, и еще 2 фола у Юджина Лоуренса. У гостей 3 персональных замечания у Ханта, 2 у Агафонова, 2 у Балашова. В основном большие заработали свои фолы у Одессы на Райане Пирсоне. Райан Пирсон и Киндл Дайкс самые результативные в своей команде по 8 пунктов. У гостей 8 очков на счету у Ростислава Кривича. Перевес за подборами у Ивано-Франковской Говерлы 22-19, и команды возвращаются на паркет. Дайкс, Лоуренс, Чемякин, Пирсон, Убака. Такая пятерка. Балашов, Кальниченко, Агафонов, Колевич, Брейзлтон. Не выходил сегодня еще на паркет один из лидеров Одессы Джастин Лав. Вообще он даже не переодевался, сидит себе спокойно на скамейке запасных. Инде Убака, дальний бросок, и Тайрон Брейзлтон перепрыгнул Артема Чемякина. И теперь атака Одессы. Колевич отдал передачу на Агафонова. Брейзлтон, заслон от Агафонова. И вот с мячом Артем Чемякин. Отдал передачу на Убаку. Убака один в один хочет обыграть Колевича, но чуть не потерял мяч. Американец Юджин Лоуренс. Сброс на Киндала Дайкса со средней дистанции. Дайкс. И с мячом будет Ивано-Франковская Говерла. Нет, Одесса. Извините. Брейзлтон на Балашова. Минута у нас пока что прошла безрезультатно. Агафонов, сброс на Колевича. Дальний бросок от Ивана Колевича. Переднюю дужку. Быстрая передача от Лоуренса на Убаку. 2 очка. Быстрый отрыв. 35-33. Пропустил Иван Колевич рывок от Аинды Убаки. И очередные очки от Аинды. Сравнял он счет в конце второй четверти. И теперь вот Чемякин против Агафонова в защите. Пытается развернуться Агафонов. Тяжелый бросок. Не точно защищался Артем. На подборе Юджин Лоуренс. Райан Пирсон. Киндл Дайкс один. Выпрыгивает мяч из кольца. На подборе Андрей Кальниченко. Не попал. И быстрая передача на Агафонова. На вход Ивана Колевича. Блокшот. И сзади добавил Киндл Дайкс на проходе Ивана Колевича. И именно Колевич из-за лицевой вводит мяч для своей команды. Брайзлтон. Дальний бросок. Один он находился. Не точно. Киндл Дайкс. Шестой подбор. Юджин Лоуренс. Нашел Инде Убаку. Убака один. Заступил он за линию. 2 очка. 37-33. 4-0. Рывок за счет действия Инде Убаки. 2 раза нашли его партнеры. 2 броска. Заслон. Балашов для Брейзлтона. И вот теперь Балашов против Пирсона в атаке. Передача на Агафонова. Неточный пас от Стаса Балашова. И замена. Дарио Хант меняет Андрея Агафонова. Дарио Ханта 5 очков, 3 фола и 2 подбора. Юджин Лоуренс. Хороший рывок от Габерла на старте третьей четверти. Колевич против Лоуренса. Аинде Убака, Брейзлтон сразу против него. Чемякин. Заслон Артема Чемякина для Аинды Убаки. Проход Аинды не точно на подборе Дарио Хан. Брейзлтон. Со средней дистанции Тайрон разорвал
дистанцию защитником. 2 очка. Юджин Лоуренс. Расшатал. Райан Пирсон. И фол. Первое персональное замечание у Кальниченко. Райан Пирсон на линии для штрафных бросков. Попадает Райан. Первую свою попытку. Евгений Мурзин собирается выпустить Трэвиса Питерсона. И Райан Пирсон еще один бросок. 2 из 2. Хладнокровно. Артема Чемякина меняет Трэвис Питерсон. Чемякина пока что в активе только один подбор. Очков он не набирал. И вот Тайрон Брейзлтон. Ищет партнера для передачи. Остановил ведение. Не видит комбинации американец. Двоение на нем. Кальниченко 5 секунд на атаку. Дайкс, Кальниченко. Дальний бросок от Андрея. Не точно на подборе Трэвис Питерсон. Над защищались Ивана Франковцы. Хороший качественный дефенс. Дайкс против Кальниченко. Фолит Андрей. Отталкивал он Киндала Дайкса. Что и показывает сегодня. 2 броска. 39-35. Кривич меняет сразу же Кальниченко. И Александр Шестуха выйдет на паркет вместо Инде Убаки. Вынужден делать такие замены Евгений Мурзин. Дайкс попадает, первый бросок. 40-35. Плюс 5 у Гаверлы. И еще одна попытка тоже точно. Плюс 6. Брайзлтон с мячом. Сразу около него Юджин Лоуренс. Удвоение на нем. Проходит 3-секундную зону. Пас на Ханта. И хороший данк одной рукой от Дарио Ханта. Лоуренс. А как он обошел? Блокшот от Балашова, но остался с мячом. Лоуренс. Дальний бросок от Трэвиса Питерсона. Точно. 44-37. Плюс 7 у Ивана Франковцев. Нашел Лоуренс капитана. Колевич. Передача на Агафонова. Поднял он воздух Питерсона. Одной рукой не попадает. Питерсон спасает мяч, но для Балашова. И Балашов 2 очка. Недопонимание. Еще вопросы у студийского столика. И вот в атаке Гаверла. Лоуренс расшатал Брейзлтона, проходит 3-секундную зону, сброс на Дайкса, и Дайкс аккуратно двумя руками ложит этот мяч очень бережно в кольцо соперника. 45-39. Хороший рывок. Брейзлтон и фолит на нем Трэвис Питерсон. Разменялись в защите. Ивана Франковца и вынужден был валить центровой Ивана Франковца первой командной. Анненков меняет Колевича. Не пошла игра в третьей четверти у балканца. Нужно больше защищаться. Анненков отыгрался на Кривича. Кривич против Шестухи. Анненков. Дайкс на нем. Чуть не выбил мяч у него. Анненков остается с мячом. 5 секунд на бросок. Брейзлтон. Перехват. Выбил мяч из рук у Брейзлтона
Юджин Лоуренс, передача на Дайкса. Дайкс, пролетел он. Очень быстрая атака от Гаверлы. 47-39. Брейзлтон. И Пирсон фалит на нем. Первое персональное замечание, второй коменный командный Гаверлы. Хороший стартовый рывок. 14-6. И плюс 8 на табло за 4 минуты. Половина третьей четверти прошла. 4 минуты 40 секунд. Брейзлтон. Заслон от Балашова. Пустили Тайрона. И Шестуха делал перехват, но фол дают судьи Александру Шестухе, который придержал за футболку Ростислава Кривича. Третий командный у Гаверлы не согласны с этим решением болельщики. Балашов отдает на Кривича. Кривич. Неточный бросок. Дарио Хан перепрыгнул Райана Пирсона. И пробежку фиксирует у Дарио Ханта. Подставлялся Райан Пирсон. Делает ему замечание судьи. Но потеря все равно у одесситов. Лоуренс. И с мячом не сориентировался в ситуации Стас Балашов. Нужно было доставать этот мяч, но он просто дал ему выкатиться за пределы поля. Но и вот теперь уже неточная передача Лоуренса. Балашов исправился. Анненков. Сброс на Балашова. Хант. Брейзлтон. Немножко хаоса в атаке у Одессы. Брейзлтон. Заслон от Ханта. Брейзлтон бьет трехсекундную зону над Питерсоном. Балашов берет подбор. И Кривич издалека не попадает на подборе Райан Пирсон. Юджин Лоуренс ждет, кому отдать пас. Пас на Пирсона. Передача на Трэвиса Питерсона. Фолят на Трэвисе. Тайм-аут просит Олег Юшкин. Очень быстрый рывок. Хороший, качественный. Третий фол у Стаса Балашова. Тайм-аут просит Олег Юшкин. 3 минуты 50 секунд. Плюс 8 у Гаверлы. И Трэвис Питерсон выйдет. На линию для штрафных бросков. 14 очков уже набрал Киндл Дак в сегодняшней встрече. 10 у Райана Пирсона. 9 у Трэвиса Питерсона. Юджин Лоуренс догоняет свою статистику по результативных передачах. Вы помните, что после первой 10-минутки у Ивана Франковцев не было ни одной результативной передачи. И вот уже по итогам 26 минут в активе Ивана Франковцев 11 ассистов, 7 из которых на счету Лоренса. У Одессы 10 передач, 4 у Кривича. Подборы 28-25. По 6 подборов у Дайкса и Пирсона. Также 6 у Питерсона. У гостей лидерами в этом компоненте есть Агафонов, Брейзлтон, Хант. У них по 4 собранных отскока. Очень много потерь у команды Олега Юшкина. 11. 4 раза ошибался Тайрон Брейзлтон. И не пошли дальние Кривича. 2 из 6. Подтянули свой процент попаданий Ивана Франковцы уже 40%, в то время как опустился у одесситов 36%. Качели. Питерсон засасывает мяч. Первый бросок, кольцо. И вторая попытка от капитана. Уже у него в активе 10 очков. Уже 12. 49-39. Впервые перевес у Гаверлы становится 10-очковый. И теперь нужно защищаться. Хант на дуге. Не встречает его никто из защитников. Ищут Брейзлтона, снайперов своих. Кривич. Обыграл он Шестуху, но перехват у Ивана Франковца. И фолит Евгений Анненков на Александре Шестухе. Для Анненкова это второе персональное замечание. Сориентировался Александр в игровой ситуации. Вошел в игру. И уже перебор командных у Одессы. 4 командных. Все следующие нарушения правил будут пробиваться. Лоуренс поигрался с Трэвисом Питерсоном. Передача на Киндала Дайкса. Но прочитал этот пас Ростислав Кривич.
вот переходит его команда в позиционное нападение. 49-39. 3 минуты до конца третьей четверти. Брейзлтон нашел Ханта. Кривич. Отдает он Ханту. И очень красивый данк одной рукой. Эффектно Хант. Шестуха. Против Балашова. Отдает Лоренсу. Александр Шестуха. Дальний бросок. Попадает Александр Шестуха. Треху! Сторожил его на франковской команде. Веснуются болельщики. Брейзлтон проходит трехсекундную зону. И над руками Питерсона 2 очка. 52-43. Лоуренс. Взорвался зал. Питерсон. Пирсон отдает на Шестуху. Александр не попадает второй раз на подборе. Тайрон Брейзлтон. Хотя открытый бросок был у Шестухи. Хан. Аненков. Дальний. Очень неточный бросок на подборе. Райан Пирсон. Последние 2 минуты третьей четверти. Лоуренс отдает на Райана Пирсона. Пирсон в трехсекундной зоне. В борьбе с двумя не попадает. На подборе Тайрон Брейзлтон. Брейзлтон. Сброс на Балашова. Балашов со средней дистанции точен. 52-45. Плюс 7. И уже спокойствие показывает Kendall Dykes. Просит успокоиться свою команду. Юджин Лоуренс. Очутился он против Дарио Ханта. Питерсон чуть не выпустил мяч, но сориентировался в ситуации. 2 очка. 54-45. Плюс 9. Брейзлтон. Обыгрался с Балашовым. Отдает передачу на Дарио Ханта. 10 секунд на атаку. Брейзлтон. Проход в трехсекундную зону. Сложный бросок. Добавляет Хант. И снимает подбор Трэвис Питерсон. Отдает мяч Юджину Лоуренсу. Лоуренс. Передача на Дайкса. Дайкс двумя руками сверху хотел завершать эту атаку, но не попал. Фалит Юджин Лоуренс. Срывает атаку. У Лоуренса третий фол. Чемякин меняет Трэвиса Питерсона. У Бака Юджина Лоуренса. Хороший отрезок времени провели. Хозяева. И четвертый командный. Гаверлы. Аненков вводит мяч на Брейзлтона. Последняя минута третьей четверти. Плюс 9 у Ивано-Франковцев. Брейзлтон против Убаки. Пытается расшатать американца. 11 секунд на атаку. Удвоение на Тайроне. Оторвался он. Подбор у Kendall Dykes'а. 3 в 2. Дайкс. Передача на Шестуху. И фолит на нем. Тайрон Брейзлтон. Второе персональное замечание. Александр Шестуха выходит на линию для штрафных бросков. 54-45. Точнее. Не попадает Александр первую попытку. Иван Колевич вернется на последние 25 секунд третьей четверти. Шестуха 0 из 2 с линии штрафных бросков. И, скорее всего, последняя атака одесситов в этой четверти. Убивает время Тайрон Брейзлтон. Просит заслон. Сброс на Кривича. Кривич дальний, не попадает на подборе Дайкс и Пирсон. Полторы секунды, Дайкс дальний, не попадает. Итак, 54-45, плюс 9. Благодаря победе в третьей четверти с таким разрывом Ивано-Франковские медведи идут пока что лидерами перед последней 10-минуткой. Смотрим статистику, за счет чего Ивано-Франковской команде удалось вырваться вперед. 32 подбора собрали медведи, 29 у Одессы. Процент попаданий явно улучшился у Гаверлы, 40%, но
41% попаданий. И у акул. Ну, намного больше фалили. Особенно в начале четверти. Одесситы за счет этого зарабатывали очки. Подопечные Евгения Мурзина. И они сейчас имеют перевес 9 пунктов. Также стоит отметить и хорошую командную игру. У Юджина Лоуренса уже 9 ассистов, при том, что только 2 очка. Оставляет Евгений Мурзин Александра Шастуху на паркете. Сторожил ветеран его на франковской команде. Шастуха, Чемякин, Питерсон, Дайк, Субака. Такая пятерка. Коли, Вещаненков, Кривич, Хант и Агафонов. В синей форме. Бага против Ивана Кольевича. Позиционная атака у гостей. Заслон для Кольевича. Чемякин против него. 8 секунд. Агафонов заигрывает Дарио Ханта. 5 секунд на атаку. Хант разворачивается в лицевую. И фолит на нем Артем Чемякин. Хотя не согласен с решением арбитров Евгений Мурзин. Для Чемякина это второе замечание. Два броска показывают судьи. Заканчивалась уже атака. И Дарио Хант опять на линии для штрафных бросков. Посмотрим, улучшил ли он свой процент. Точно. Сенсация. В хорошем настроении Дарио Хант. Уже 8 пунктов у него. И вторая попытка американца. 2 из 2. 54-47. Kendall Dykes на позиции разыгрывающего. Ростислав Кривич против него. Открывается перед передачей Бейнда Убака. Обыгрался с Дайксом. Питерсон, Убака. 9 секунд на атаку. Убака. Сброс на Дайкса, который врывался в 3-секундную зону. Эндуан увидел Аинде Убака, как на скорости врывался Kendall Dykes. И третье персональное замечание у Андрея Агафонова. Кальниченко меняет Кривича. А Kendall Dykes самый результативный игрок встречи. 16 очков в его активе. И еще одна попытка. Судьи уточняли еще некоторые моменты. И Kindle свой бросок попадает. 57-47 плюс 10. Кольевич против Упаки. Александр Шестуха получает персональное замечание. Не заметил, честно признаюсь, этот момент. И меняет его Юрий Фросенюк. Фросенюка 3 персональных замечания. Аненков отдает пас на Агафонова. Кольевич против Убаки. Иван Кольевич. Аненков один. Он очутился на дуге и попадает в дальний бросок. Не успел за Аненков. Kendall Dykes. Убака против Кольевича. Вышел из-под прессинга. Просит заслон. Аинде Убака. И держит Иван Кольевич Артема Чемякина. Приобнял за талию. Для Кольевича это первое персональное замечание. Второй командной у Одессы. Фросенюк вводит мяч из-за боковой. Опять же Убака с мячом. Питерсон. Чемякин. Kendall Dykes, 5 секунд на атаку. Dykes со средней дистанции. Kendall не попадает. На подборе Трэвис Питерсон. Блокшот от Дарио Ханта. И в отрыв запускают Андрея Агафонова. Блокшот от Kendall Dykes. Недоволен Андрей Агафонов. Апеллирует он к судьям. Убака отдал пас на Kendall Dykes. Фросенюк на дуге.
Дайкс против Агафонова. Не попал, но на подборе Артем Чемякин. Выхватывает мяч у него из рук Евгений Анненков. Череда потерь. И чтобы предотвратить дальнейший хаос, Евгений Мурзин выпускает Лоуренса и Пирсона. Фолит Аинды Убака. Первое персональное замечание. Третий командный меняет Чемякина и Дайкса, Лоуренс и Пирсон. 57-50. После дальнего попадания Анненкова. Заигрывает Агафонов. 5 секунд на атаку. Продавливает он Трэвиса Питерсона и забивает 2 очка. Лоренс против Анненкова. Пас на Питерсона. Тяжелая борьба. Мяч падает в руки Юрию Фросенюку. На подборе Дарио Хант. Тяжелая борьба под щитами у высоких. Колевич. Дриблинг. Опустил глаза он в пол. Просит заслон. Колевич идет на проход. Перехватывает эту передачу Аинды Убака. Прочитал. Американец. 11 секунд. Плюс 5 у Гаверлы. 11 секунд до конца атаки Одессы. Анненков вводит мяч на Колевича. Дальняя попытка не точно. Мяч падает просто в руки Юрию Фросенюку. Аинды Убака. Рвется в трехсекундную зону и фолит на нем Иван Колевич. Второе персональное замечание. Третий командный у Одессы. Ровно 3 минуты у нас прошло. В третьей четверти. В четвертой четверти, простите. А команды уже очень часто фолят. Убака. Защищается против него Колевич. Пирсон просит мяч. Питерсон на дуге. Ждет команду дать передачу. Расшатал. Ой, какой пас на Аинды Убаку. И просто в трехсекундную зону ворвался. Аинды один. Колевич. Передача на Агафонова и быстрый переход в атаку в Одессу. Быстро разыграли одесситы. Свой перевес скорости 59-54. Убака в углу. Фросенюк не попал. С мячом будет Одесса. От Райана Пирсона мяч. Оставляет пределы поля. Пытаются догнать подопечные Олега Юшкина. Хозяев паркета. После стартового рывка Ивана Франковца. Агафонов находит Ханта. Кальниченко дальний. Попадает Андрей Кальниченко над руками Фросенюка. Тайм-аут просит Евгений Мурзин. 59-57. До минимума сократили разрыв. И Кальниченко очень нужный бросок попадает. Своевременный. Возвращает свою игру, свою команду в игру за 6 минут 8 секунд до окончания четвертой четверти. 12-5. С таким счетом пока что одесситы выигрывают последние 10 минутки. Несмотря на перевес подбора у медведей 37-32. Но полетели дальние. 30%. 6-20. Дальних залетело у гостей. Особенно в последней четверти. Это и бросок Анненкова, и Кальниченко. Только же 30 у Ивана Франковцев, но 3 из 10. Возвращаемся мы на паркет. Лоуренс, Пирсон, Убака, Фросенюк, Питерсон. Колевич, Анненков, Хант, Агафонов и Кальниченко. Без замен. Лоуренс отдает на Пирсона. Ждет Райан, кому отдать передачу. Трэвис против Андрея Агафонова. Аинды Убака. Пирсон. 5 секунд на атаку. 4 будет продавливать Дарио Ханта. Разворачивается. 2 очка.
очень своевременно Райан Пирсон забил этот лейап. Нужны были очки его команде. Ой, какая неудачная передача на трибуну Ивана Колевича. Выскользнул мяч из рук. И потеря. Слишком много желания у Ивана помочь своей новой команде. Очередная потеря. Лоуренс против Фанинкова. Не хватает Джастина Лава сегодня Одессе. Непонятно, еще неизвестны причины. И фол дают судьи. Дарио Кан. Четвертое персональное замечание в борьбе с Райаном Пирсоном. Четвертый командный у Одессы. За 5 минут до конца четвертой четверти замена. Кривич меняет Ивана Колевича. Дарио Кан, кстати, единственный игрок у Одессы, кто заработал больше 10 очков. Питерсон поднимает Ханта, но не попадает. Все правильно сделал, кроме броска. Трэвис Питерсон. И теперь ответ одесситов. Фанинков. Обошел заслон от Ханта Юджин Лоуренс. Передача Хант в трехсекундной зоне. Обыграл Трэвиса Питерсона на развороте. 61-59. Плюс 2 у Каберлы. Лоуренс. Отдавал он передачу на Трэвиса Питерсона, но Анинков прочитал. Близок был Юджин Лоуренс к перехвату. Кривич против Убаки. Идет Ростислав в лицевую. Агафонов. Кальниченко на дуге дальний. Не попадает. И с мячом на подборе Ростислав Кривич. Очень важный момент. Кальниченко. Со средней дистанции попадает, счет равный. Разорвал дистанцию с Трэвисом Питерсоном. И сравнял счет. 61-61. Догнала Одесса после проваленной третьей четверти. Питерсон. Заигрывает он Райана Пирсона. 9 секунд на атаку. Удвоение. Лоуренс дальний. Очень нужные 3 очка от Юджина Лоуренса. Не успел за ним Евгений Аненков. 64-61. 5 пунктов в активе Юджина Лоуренса и 9 результативных передач. Кривич находит передачи Кальниченко. Против него Просынюк. Кальниченко. Хант. 8 секунд на атаку. 7. Хант разворачивается крюком. 2 очка от счета. 64-63. Качели. Качели у нас в игре. Разыгрался Дарио Хант. Хотя уже поговаривают, что ищут ему замену. Анинков фолит. Фолить нельзя уже. Для Анинкова это третье персональное замечание. Лоуренс выходит на линию для штрафных бросков. Дайкс выходит вместо Фросенюка. Балашов вместо Ханта. Юджин Лоуренс. Два броска. 64-63. Попадает Юджин Лоуренс. И еще один бросок. Второй не точно. На подборе Андрея Гафонова. Плюс 2 у Гаверла. И 3 минуты. 3 минуты. Анинков заслон от Балашова. Кальниченко против Дайкса. Очень близко его встречает Киндл. Убака Кривич. Какой бросок от Ростислава Кривича. Но не попал. Юджин Лоуренс. Ускорение. И Райан Пирсон на подборе спасает мяч, но для Ростислава Кривича. Анинков в проходе. Попадает над Трэвисом Питерсоном. 65-65. Брайзелтон готов выйти на замену. Убака успокаивает чуть-чуть. Темп встречи. 2,5 минуты. Аинде Убака ждет партнера. Дайкс против Кальниченко. 10 секунд на атаку. Питерсон получает передачу. Аинде Убака разворачивается против Кривича. Сброс на Питерсона. Питерсон против Балашова. Обходит его в ногах и накрывает его... Андрей Агафонов. На этом заканчивается время на атаку. Гаверлы
замены. Брейзлтон меняет Евгения Аненкова. 2 минуты 6 секунд. 65-65. Защищались одесситы. Важный момент в этой встрече. И теперь уже Брейзлтон свежий. Против Лоуренса. Кальниченко в трехсекундной зоне получает мяч. Не попадает на подборе. Кривич. Хаос в трехсекундной зоне. Травму получил Райан Пирсон. Просит обновить время судьи. Райан Пирсон садится на скамейку для запасных. Скорее всего, приземлился. Кто-то ему на ногу. Вместо Райана Пирсона выходит Юрий Фросенюк. Нет, время оставляет 19 секунд. Это будет существенная потеря для Ивана Франковцев, если и Райан Пирсон выйдет из строя. Брейзлтон. Непонятная передача на Балашова. Питерсон. Перехват. Отдает мяч на Фросенюка. Лоуренс. Один. Дальний бросок от Юджина Лоуренса не точно. Трэвис Питерсон берет подбор на чужом щите. Против Андрея Агафонова. На постраховке Стас Балашов. Два очка от капитана. Очень нужные рабочие два очка. 67-65. С двумя высокими разобрался Питерсон. И взрываются и болельщики. Брейзлтон отдает на Агафонова. Агафонов против Фросенюка. Фалит Юрий Фросенюк. Четвертое персональное замечание, четвертый командный. И готов уже вернуться на паркет Райан Пирсон. Три единички у нас на табло по времени. 1 минута 11 секунд и 14 секунд на атаку у Одессы. 67-65. Брейзов получает передачу от Кривича. Кривич не успел за ним у бака. Дальний от Ростислава Кривича. Три очка. Плюс один. У Одессы последняя минута. У нас четвертая четверти. Юджин Лоуренс против Брейзлтона. Ведет трехсекундную зону. Два очка от Лоуренса. 69-68. Борьба нервов. Все фолы будут пробиваться. Брейзлтон. Заслон от Балашова. Агафонов. Кривич на дуге дальний. Попадает Ростислав Кривич. Тайм-аут просит Евгений Мурзин. Два дальних от Кривича. И плюс два у Одессы. Два подряд. Дважды упустил у бака Кривича. И дважды Ростислав наказал за это Ивано-Франковскую команду. И теперь 37,6 секунд. Медведям нужно спасать игру. Своевременный тайм-аут берет Евгений Мурзин. Нужно настроить свою команду. Проснулись в четвертой четверти акулы. И сейчас есть все шансы увести из Ивано-Франковска победу. Усеченный состав у Гаверла. Это очень очевидно. И устали все подопечные Евгения Мурзина. Еще тяжелее будет в следующей игре с Химиком. Но все же шансы спасти сегодняшнюю встречу есть. Совсем не хочется продолжать серию из поражений наставнику Ивано-Франковской команды. Питерсон, Убака, Дайкс, Лоуренс и Пирсон. Пять американцев. Брейзлтон, Балашов, Агафонов, Кальниченко, Кривич. 14 очков, он почти догнал Дарио Ханта, у которого 15, включились болельщики. Юджин Лоуренс, против него защищается Брейзлтон, трех от Лоуренса. Не точно, и с мячом будет Гаверла, хотя судьи не согласны. Дайкс. Лоуренс получает передачу, оставляют один на один. Трэвис Питерсон против Кривича и фолит. Ростислав Кривич на Питерсоне. Для Кривича это второе персональное замечание. Смотрим статистику попаданий Трэвиса Питерсона. 3 из 4.
Олег Юшкин просит тайм-аут. 23,6 секунды. Нужно попадать оба броска капитану Гаверлы. Неточный первый бросок. 3 из 5. Еще одна попытка от Питерсона. Второй точен. 70-71 тайм-аут Юшкина. А что выберет Евгений Мурзин? Фалить и потом иметь перевес в атаке? Или все-таки защищаться до конца? Очень ненужный промах от Трэвиса Питерсона. И опять у нас борьба нервов. Очень долго будут продолжаться эти минуты. Последние секунды. 23,6 секунд. Ивана Франковски до конца третьей четверти. Еще не исключено, что у нас может быть овертайм. Смотрим статистику. Подборы. 40-37 перевес у Гаверлы. И смотрим, на кем, ну, на ком можно фалить у Одессы. Что сказать? Пока что Болгарские исполняли трое игроков. Агафонов, Колевич и Хан. И из 12 попыток 11 точно. Так что не угадаешь, на ком фалить, если выберет такую тактику Евгений Мурзин. Балашов, Агафонов, Кривич, Кальниченко, Брейзелтон. У Одессы вводят мяч с половины поля ивано-франковцев. Последние установки. Сменил защиту. Теперь Ростислава Кривича будет держать Юджин Лоуренс. Брейзелтон. Фалит на Брейзелтоне у Бака. Брейзелтон еще на линию штрафных сегодня не выходил. А с игры у него 3 из 7. С ближней средней дистанции, 0 из 3 из дальней. Всего 6 очков. Брейзелтон. Первая попытка. Не точно. 70-71. Еще одна попытка от Айрона. Точно. Плюс 2. 70-72. С мячом Юджин Лоуренс. Последняя атака Гаверлы, скорее всего. Питерсон против Балашова. 10 секунд, перехват. Какой обидный перехват. Фаолит Юджин Лоуренс. Опять же на Тайроне Брейзелтоне. Потеря капитана может стоить игры. И Брейзелтон на линии для штрафных бросков. И Олег Юшкин дает установку, если забьет Брейзелтон, фалить. Попадает Тайрон, плюс 3. И если еще один бросок, то тогда, скорее всего, все будет ясно в этой встрече. 7,6 секунды. Выспрыгивает мяч. Дайкс. Нужен трехочковый Гаверли. Фалит Тайрон Брейзелтон. 4,5 секунды. Два штрафных броска Киндала Дайкса. Смотрим статистику Дайкса. У него сегодня 5 из 5 с линии. Но нужно 3 очка добывать. Точно. 71-73. Еще одна попытка. Минус 2. Будет ли мазать или попадать? Киндл. Не попал. Райан Пирсон взял подбор, но не попал. И не считают фол судьи. Все. Одесса побеждает в сегодняшней игре. Выиграл подбор Райан Пирсон. Трэвис Питерсон пошел дискутировать с судьями, с арбитрами встречи. Но... решение обжалованию не подлежит. 73-71. Поздравляем одесситов с победой. Не хватило Гаверле сегодня ротации. И Олег Юшкин выигрывает дуэль
у Евгения Мурзина. Берет он реванш после поражения Одессы на домашнем паркете. Прощаемся мы с вами, а встретимся через два дня, когда Гаверло будет принимать на своем паркете Южнинский Химик. Всем удачи, любите баскетбол. Ты скинул?